главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Зимник задерживают. Из-за аномально теплой погоды невозможно обустроить переправу через реку Усть-Уса, что в республике Коми. Так когда жителям Ненецкого округа ждать зимника? 35 лет на благо полярной авиации. В Международный день гражданской авиации в нашем эфире покажем большое интервью с командиром летного отряда Игорем Образком, который рассказал о работе пилота и жизни на краю земли. Добро детям! На Рейнмаре состоялся благотворительный матч по мини-футболу. Среди игроков первые лица региона и представители власти различных уровней. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 7 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 685 случаев заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 3 пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 62 пациента, в том числе 4 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек, находятся на амбулаторном лечении 52 человека. С начала пандемии проведено 14 936 ПЦР-исследований на выявление инфекции. За прошедшие сутки – 208. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 429 человек, в том числе 2 в обсерваторе. Снято с контроля с начала пандемии 9422 человека, за прошедшие сутки – 69. Заканчивается первая декада декабря, а погода в Заполярье остается по-прежнему аномально теплой. При таких температурах невозможно оборудовать переправу в районе села Усть-Уса. По предварительным данным, машины по этому участку смогут поехать не раньше 10 января 2021 года. В этом году строительством и содержанием трассы будет заниматься компания «Трансстрой» из города Усинск. По информации муниципалитета, подрядчик начал работы на реке Печоры еще 30 ноября. Идет заливка ледовой дороги, но из-за теплой погоды работа сильно усложняется. Жители Ненецкого округа при поездках из Нарьян-Мара смогут воспользоваться ледовой переправой после открытия зимника Нарьян-Мар-Усинск. Подрядчик сможет приступить к работе по обустройству временной ледовой трассы после вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов и экологии АПК Ненецкого округа о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундре. Напомню, в 2019 году движение по ледовой переправе через реку Печора в районе села Усть-Уса открыли уже 20 декабря. Раннему открытию способствовали морозы и нормативная толщина льда. 7 декабря во всем мире отмечается Международный день гражданской авиации. Поздравления принимают работники наземных служб, авиатехники и, конечно, летный состав. Авиация и Ненецкий округ – два неразрывно связанных понятия, ведь в большинство населенных пунктов на нефтепромыслы и метеобазы можно добраться лишь по воздушным трассам. С праздником авиаторов поздравил и глава региона Юрий Бездудный, который вручил региональные награды работникам авиаотряда. Это праздник всего вашего коллектива. Я поздравляю вас с этим праздником. Хочу сказать вам слова благодарности за вашу работу. Потому что сегодня на ваших плечах в буквальном смысле лежит все транспортное сообщение в нашем округе. У нас нет, к сожалению, дорог, которые бы могли соединить там с Амдермой, с Усть-Карой, Пешей. Ну, может быть, зимой, если морозы будут минус 30, и можно будет добраться, но для этого потребуется достаточно много времени и сноровки. Но вот на сегодняшний момент именно вы выполняете все воздушное сообщение. Почетными грамотами Ненецкого округа за личный вклад в социально-экономическое развитие глава региона наградил старшего мастера по эксплуатации аэродрома Мамедпур Мамеда Гусейн-Оглы и ведущего инженера по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей Леонида Хозяинова. Кроме того, за заслуги в обеспечении безопасности движения звание «Почетный работник транспорта Ненецкого округа» присвоено заместителю генерального директора Нарьян-Марского авиаотряда командиру летного состава Игорю Образку.
Полярной авиации Игорь Образок посвятил всю свою жизнь. На Ренмарском авиаотряде он проработал 35 лет. Причем командир летного отряда и по сей день в строю. Например, буквально на прошлой неделе он спас жизнь одному из моряков, проведя эвакуацию больного с корабля на борт вертолета. За время работы в Заполярье, а налетал авиатор более 10 тысяч часов, он провел порядка 50 подобных операций. В интервью нашему телеканалу Игорь Образок рассказал, каково это быть пилотом, спасать жизни и поведал историю о том, как складывался трудовой путь в маленьком северном городе. В 1985 году я после окончания Кременчугского летного училища приехал сюда, в Наринмар. Случайно или специально, сейчас трудно об этом судить. Это мое единственное место работы, я его никогда не менял. Вот вы помните ваш первый день, когда вы только-только прилетели в Наринмар? Да, конечно. Можете его описать? Это был самолет Ан-24, мы вылетали из Архангельска. Ну, как мы летели до Архангельска, это не важно, мы вылетали из Архангельска. Самолет был полный, у нас там были даже проблемы с билетами. Мы с другом сюда прилетели, вышли из самолета. Первое впечатление, первое, средь бела дня на нас напали комары. Это вот я помню, просто я даже помню, как они выглядели, эти комары. И еще впечатление, этого здания еще здесь не было, в котором мы сейчас находимся. Было на противоположной части перрона. Здание аэропорта маленькое, за ним здание летного отряда и штаб объединенного авиаотряда. Вот они тоже сейчас преобразовались, они выглядят по-другому. Но тогда все это было таким маленьким, все такое крохотное, ничего нет. Как-то город был совершенно другой, город был в большей степени весь деревянный. Сейчас даже вот те дома, которые украсили, обшили различными цветами, они смотрятся как и пешеходами, так как с автобуса, так и с воздуха. С воздуха город преобразился просто колоссально. Авиапарк здесь какой был, когда вы пришли, и на чем вы летали со мной? Авиапарк был довольно большой. Я даже не могу сказать, сколько было вертолетов и самолетов. Было две эскадрильи Ми-8, соответственно, два командира эскадрильи. Летный отряд, по-моему, состоял чуть ли не из почти 240 человек. Очень большая эскадрилья Ан-2 была. Самолеты Ан-2 выполняли не только рейсовую работу, которую они выполняют вот сейчас, в настоящее время. Они выполняли работу по перевозке, есть такой панк применения авиации в народном хозяйстве. Было раньше такое понятие. Они занимались перевозкой рыбы, перевозкой мяса. Летали по санзаданиям и так далее. На Ан-2 у меня допуска нет, я учился на вертолете, чистый вертолетчик. И первый свой полет, я число сейчас подзабыл, не помню, но я помню состав экипажа. Это был Пунин Анатолий Алексеевич, командир, первый мой командир. Проверяющий был Майстренко Николай Андреевич и бортмеханик Гаевский Вадим, забыл отчество. Ну, я как второй пилот. Это был первый полет, ознакомительный. Вот. Мы летали куда-то в сторону Заварандей, там Синькин Нос, Каратай, какой-то такой полет. И после этого полета я уже летал с Пуниным на протяжении там нескольких лет. Командиры, ну, шло время, менялись командиры, приходили новые вторые пилоты, опытным командирам давали еще свежих вторых пилотов. Через 2-3 года второй пилот становится уже опытным, как второй пилот. Вот. Ему предоставляют летать в экипаже с менее опытным командиром. И так далее. Я полетал с многими, которые, в общем-то, меня многому научили, многое показали. Все это нужно накопить. Все это нужно дальше развивать, весь этот опыт. И самое главное, его нужно без потерь передать будущим летчикам молодым. Как вы этот опыт нарабатывали? У вас какие-то специальные тренировки? Или это вот все, когда больше летаешь, ты больше совершенствуешь? Как это происходит? Вот честно сказать, я не могу. Вот прям вот так точно, почему без таких полетов опыта не накопишь.
Вот они начались давно, такие полеты. Они были просто очень редкими. Нет-нет, да и возникает. Ну, собирается командный состав, решают. Там самый подготовленный механик, самый подготовленный командир, очень подготовленный проверяющий, как в той... За штурвалом садятся не командиры, второй пилот, а именно два командира. Один берет на себя функции второго пилота и как инструктора, и выполняли такие полеты. Потом как-то это все начало становиться чаще, и с этим стал приходить опыт. Дежурство по поиску и спасанию, которое мы осуществляем по договору с организацией воздушного движения, она подразумевает тренировки над водой. Ну, это не посадки на корабли и не снятие человека с корабля, но, тем не менее, висеть над водой достаточно сложно, потому что от вертолета идут концентрические круги, они движутся от вертолета, они движутся с определенной скоростью, и возникает иллюзия, что вертолет перемещается назад и в сторону вот этих кругов. То есть левому пилоту кажется, что он смещается назад и вправо, правому кажется, что назад и влево. То, что находится под, пилоту не видно. Он должен это все воображать, слушая доклады и команды бортмеханика. Там влево, вправо, вот эти все наведения. Вот эти тренировки помогли. Потом работа в Астрахани немножко помогла. Вы прожили 35 лет в округе, проработали в авиаотряде и сегодня получили награду «Почетный работник транспорта Ненецкого округа». За, ну, можно сказать, что 35 лет, то есть за это время вы уже стали полноценным жителем Ненецкого округа. Да, можно сказать, что я уже местный. Да, уже местным. А вот расскажите, что вы сегодня почувствовали, когда вам вручили награду, и вообще жалели ли вы когда-нибудь, что вы выбрали именно этот город и именно эту профессию? Никогда не жалел. Это во-первых. Никогда не жалел, что выбрал этот город. Никогда не жалел, что выбрал именно этот отряд. Ну, я по-другому бы его и не выбрал, он единственный в этом городе. Здесь же не несколько авиакомпаний, а одна. Я очень люблю свой коллектив. И этот город, и этот округ, и вот эти реки, и вот это море, и эту тундру мне здесь очень нравится. И никогда не жалел. А что я почувствовал? Ну, первое, что мне пришло, это волнение. Когда ко мне подошел губернатор, называл мою фамилию, я встал, у меня первое такое, ну, на мгновение волнение, потом наступило такое приятное ощущение и осознание того, что, может быть, все правильно, может быть, я действительно заслужил. Потом появилась благодарность, что увидели мой труд, оценили мою профессиональную деятельность. Но я уже говорил, без преемственности поколений, без того, когда инструктор, накопивший опыт, съевший путь соли в том деле, в котором мы сейчас занимаемся здесь, не передает этот опыт. Причем этот опыт надо передавать не просто так, ведь показал, рассказал, а смотреть, кто способен, кто не способен. И просто даже навязывать ему, рассказывать, объяснять, показывать. Если человек еще и способен к этому, желает, он будет сам развиваться и становиться лучше. И так и должно быть. Когда ученик превосходит своего учителя, учитель должен этим гордиться. Не ревновать, а гордиться. Знай наших. Хорошие новости пришли накануне из Швейцарии. Наш земляк, мастер спорта России по лыжным гонкам из Ненецкого округа Александр Терентьев, завоевал серебро в спринте. Он стал вторым на Кубке Центральной Европы Международной Федерации Лыжного Спорта. Также Александр выступил в индивидуальной гонке свободным стилем на 10-15 километров. На этот раз в призеры лыжник из Ненецкого округа не попал, но показал достойный результат – 13 место. Я очень рад был вернуться на соревнования, потому что уже больше полугода мы не бегали никакие официальные соревнования из-за пандемии. С начала марта отменили все соревнования.
И вот, позавчера был первый старт, это спринт. Занял второе место. Это было очень тяжело, так как условия были очень тяжелые. Шел сильный снег, и для тяжелых лыжников, как я, это были очень тяжелые соревнования. Плюс там еще высота 1500. Сейчас Александр готовится к новым соревнованиям. В следующие выходные в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира, где Александр побежит спринт коньковым ходом. Добро детям! На Рейнмаре состоялся благотворительный матч по мини-футболу. Среди игроков – первые лица региона и представители власти различных уровней. Все средства, собранные в ходе игры, решено направить на подарки детям. С футбольного поля репортаж Ольги Руцул. До начала матча минуты команды-участницы товарищеской встречи, а сегодня это сторонники и однопартийцы «Единой России», разминаются. Относиться к нему не надо как к какому-то соревновательному элементу. Это все-таки благотворительная встреча, это обычная тренировка. И поэтому, конечно, она будет зрелищная, ведь это футбол, это самый лучший вид спорта в мире, который существует. Состязание по мини-футболу носит благотворительный характер. И несмотря на то, что главное в этом матче все же участие, а не победа, соревновательный дух у футболистов присутствует. Как вы считаете, ваша команда имеет шансы на победу? Конечно, имеет. Почему? Ну, потому что «Единая Россия», она всегда побеждает. Игра началась, первый тайм весьма оживленный, забито 8 голов. Счет 3-5 в пользу команды сторонников партии. Команды... Оба играют, ну, неплохой футбол, скажем. Ну, не хватает, конечно, сыгранности, так как команды, они сегодня встретились, как я могу сказать, первый раз, ну, может, за все время. А так посмотрим по итогам, конечно, игры. За команду однопартийцев выступают депутаты всех уровней власти, руководители департаментов. В первом тайме по условиям соревнований за эту команду играет и губернатор округа Юрий Бездудный. Ему, кстати, удалось забить гол в ворота соперников. У меня очень яркие впечатления от игры. Первое. Очень давно не играли, и сегодня игра, ну, просто полный драйв. Полный драйв. Понятно, что сторонники хотят выиграть, у них есть серьезный очень мотив для этого. Денис Гусев, сенатор от Ненецкого округа, известный в регионе боксер, тоже в команде однопартийцев. Спортсмен признается, что играть в мини-футбол с членами партии – добрая традиция. Сам процесс от игры, от общения, вот, я думаю... Ну, в разной форме, кому-то тяжело, кому-то это. Ну, все вот с хорошими эмоциями, я вижу, на поле вот приносит удовлетворение. Ну, конечно, ну, если хочется забить, и где-то приходится напрягаться, и скоростные такие моменты выбегать. И притом мы с Юрием Васильевичем играем, то есть тут как-то нужно и пас дать губернатору, да, чтобы мы тут сыгранность была в двойке. Второй тайм не менее зрелищный. Теперь губернатор в команде белых футболок. Голкипер Анатолий Курленко в воротах однопартийцев только успевает отражать атаки противников. И пока на мини-футбольном поле идут баталии, напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проходит в округе уже в четвертый раз. Жители региона исполняют мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, которые долгое время находятся на лечении в медицинских учреждениях региона. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе организации и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно приобрести подарки, которые дети попросили в своих новогодних письмах. И вот второй тайм подошел к концу. Счет 9-8 в пользу сторонников партии. Однопартийцам не хватило всего одного гола. Ну, это хорошая традиция. Не мы единственные проводим такие матчи. Неважно, в каком формате и какие команды, ну, благотворительные матчи – это уже давняя традиция. И сегодняшний матч, он в первую очередь благотворительный. Те средства, которые мы соберем, а мы узнаем, какую сумму, мы направим на подарки детям. Это очень хорошая традиция. Если дети под Новый год получат новогодние подарки, особенно дети, которые без родителей, ну, это совершенно замечательно. Все собранные в ходе матча средства будут направлены на подарки детям. Актуальный список с пожеланиями детей можно получить в комплексном центре социального обслуживания. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.